Представься, пожалуйста. Денис. Денис, в счастье мы находимся. Какова ситуация сейчас в городе? Слышны ли там взрывы? Слышны. И что реально происходит? Произошел ли обмен пленными? На сегодняшний день расстреляли 45 человек пленных страны, со стороны ЛНР. Получается, мы поехали забирать, договорились с людьми, забрать оттуда 200-х, и они открыли. Сейчас на данный момент ведется бой. По потерям на данный момент вообще невозможно ничего сказать. Вчера потери были, конечно, большие, но больше среди гражданского населения. С чего стреляют, вот ты слышишь сейчас? Это сейчас уже пошли танки. Перед этим работала минометы 80-ка и 120-ка. 120 миллиметров. А расстреляли пленных с вашей стороны, имеется в виду? Те, которые военных, ваши бойцы? Военных. Непосредственно не с нашего батальона. Ну, там было пару человек. Но в основном расстреляли военных украинской армии. Спасибо.